Замерзающий украинский Генеческ – это в Херсонской области. Пошел газ из Крыма. Поставки начали по распоряжению Владимира Путина. Я к Путину не обращался. От имени жителей Генеческа мэр этого города на фоне низких температур, сохраняющихся в последние дни, обратился к российской стране с просьбой обеспечить поставки газа, чтобы не дать жителям города замерзнуть. Я обращался только к нашему правительству. Искали все пути для того, чтобы подать газ с оккупированной территории Крыма. Там находится 18 миллионов кубов нашего газа. И вот спустя считанные часы вопрос решен. Я общался с вице-премьер-министром Украины Зубко Геннадием Григорьевичем и с Кругляком Эдуардом Борисовичем. То есть на уровне, только на этом уровне, я считаю, что все и решилось. Когда поступило обращение о том, чтобы помочь нашим соседям в сложный период, я доложил руководству страны, соответственно, президент принял решение поставки осуществить. Где-то в часов 10 подключили 11 многоэтажных домов, сказали, до 2 часов дня весь город будет с газом. Рассказывает бывший глава Генеческа, вынужденный после смены власти на Украине переехать в Крым. Есть месторождение Стрелковым, которое в Азовском море, оно настолько слабое давление там, и оно без Черноморгаза. К поставкам приступила компания «Черноморнефтегаз». Вот и сейчас Крым, который сам по вине украинской стороны, в сильный мороз испытывает перебои с электроэнергией, из гуманитарных соображений греет замерзающий украинский город. Это нормальное явление.